Здравствуйте. Алейкум ассалам. Здравствуйте, ребята. Как ваша группа называется? Наша группа называется «Блюмен», Узбекистан. Что будете нам показывать, исполнять? Мы изобрели музыкальный инструмент, и сейчас мы сыграем на нем несколько произведений. Пожалуйста. Давайте. Спасибо большое. Спасибо, ребята. Как называется этот инструмент, который вы изобрели? Мы назвали этот инструмент верофон. Веро с итальянского языка переводится как «отличный», а фон — «изобретение». Как вы видите, инструмент сделан из простых полиэтиленовых труб. Чья была идея вот этот изобрести? Мы — одногруппники. Спонсор Мухаммад Сабыр, идея моя, а мастер Хасан. Вам это покажется смешным, но это сланцевые тапочки. Нурлан, они как подбирают под ноты, да, как бы каждую трубу? Ну да, конечно. Это на самом деле большая работа. Еще их жизнь... Надо же помнить эти ноты, куда бить надо же. С тапочками куда бить. Да, это не просто там побил, а каждая труба, она издает там ноты до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Конечно, три октавы. Здорово, ребята. Оказывается, вот в Узбекистане такие талантливые ребята есть. Вот даже сами сделали инструмент. Спасибо большое. Мне очень понравилось. Правда, мне кажется, туда еще нам нужно сделать такие звонких звуков, да, не хватает чуть-чуть. А так вообще молодцы. Спасибо большое. Раз вы изобрели из канализационных труб и сланц вот этот музыкальный инструмент, ребята, вы не только творческие, обогащенные, но вы еще и изобретатели, вы просто крутые ребята. Спасибо большое. Я знал, что из канализационной, как бы полиэтиленовой, звучат, звук выходит, но музыка что звучала, это... Ребята, у меня музыкальная, да. Я говорю, да, молодцы.
На востоке, что же жизнь без чайханы? Да! У вас 4 «да». Мубарак шават, мубарак басу. Поздравляю вас, удачи вам. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.